О том, как обезопасить себя и своих близких от вирусов, сегодня мы поговорим с заместителем главного врача Иркутской областной клинической больницы по городу Ангарску Ириной Демко. Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте. Расскажите, у нас в Ангарске есть случаи гриппа? На сегодняшний момент случаев гриппа официально подтвержденного не зарегистрировано. В городе Иркутске зарегистрировано чуть больше 10 случаев гриппа. Обычный подъем, сезонный грипп. Никаких случаев птичьего гриппа, гонконгского гриппа не зарегистрировано. В принципе, грипп имеет более тяжелое течение, чем простое респираторное вирусное заболевание. Но и респираторные вирусные инфекции подразделяются на большое количество инфекций и вирусов. Парагрипп, аденовирус, респираторный вирус. Их большое количество. Поэтому грипп был страшен и тяжелее протекает, так как при нем развивается интоксикационный синдром. То есть непонятно вначале, чем заболел. Выражена температура, ломота. Может это перелиться и в кишечную инфекцию, может быть и в грипп. У нас в инфекционной больнице мы берем анализы, мазки на грипп из ротоглотки. Выполняя данное исследование, либо вирусологическая лаборатория Иркутска, либо диагностический центр. Ну, конечно, ОРВИ, грипп лечится по-разному, но всегда применяются противовирусные иммуномодулирующие препараты. Но самое главное при таких – это изоляция и постельный режим, обильное питье и витамины. Расскажите, какие виды гриппа существуют и чем они опасны? Разные года идет грипп свиной, птичий, вот сейчас гонконгский. Это зависит от антигенной структуры вируса. Это чисто вирусологический подход к названию гриппа. На самом деле бояться надо нашего сезонного гриппа, который поднимает голову как раз в декабре, в январе месяце, когда идет подъем общей респирации. Вирусной инфекции. В принципе, он возможен, но у нас на данный момент не зарегистрирован. Зарегистрированный сезонный грипп А, H3N2. Как можно обезопасить себя и близких от заражения вирусами и гриппом? Ведь болеют в первую очередь не ребятишки, а болеют взрослые. И они являются носителями данного вируса и больными субклиническими формами. То есть легкие формы распространяют по городу среди своих близких. Изоляция подразумевает не посещение детских учреждений, не посещение школ, работы, для того, чтобы не было распространения вирусов. Можно в течение 10-15 минут заразить весь автобус, который двигается в направлении вашей работы, если человек будет чихать на весь автобус и распространять грипп. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Всего доброго и будьте здоровы. Спасибо.